Экономический альянс Орловского региона и венгерских предприятий обсудили в первый день рабочей недели в администрации региона. Губернатор Вадим Потомский и члены правительства области провели рабочую встречу с делегацией Венгрии. Ее возглавил президент подразделения СНГ торгово-промышленной палаты Будапешта Йозеф Ковач. Прежде всего, рады приветствовать вас на Орловской земле. Я знаю, вы здесь не первый день. Венгрия сегодня обладает передовыми технологиями мировыми в вопросах сельского хозяйства. И хотелось бы с вами эти моменты обсудить. Наши специалисты все необходимые, так сказать, решения, все необходимые предложения готовы будут сделать. Это далеко не первая встреча представителей венгерского бизнеса и правительства Орловской области. Ряд проектов уже обсуждались. Я надеюсь, что будет реализован ряд проектов по птицеводству, потому что венгерская сторона имеет сегодня самые суперсовременные технологии в Европе. И это всем миром признано, то, что именно Венгрия разработала те технологии, которых мы сегодня нуждаемся. Для нас это вопросы продовольственной безопасности. Сегодня приехал хозяин, представитель крупнейшего семейного бизнеса, то есть который он не в одной только Венгрии развивается, он в Европе очень сильно развит. И мы предлагаем территорию Орловской области для того, чтобы он свои и технологии, и инвестиции к нам сюда принес. Надеюсь, что у нас получится. Мы собираемся привести вам хорошие технологии по размножению, то есть пересадка эмбрио по крупнорогатам. Мы читали, что у вас немножко отстает от плана этот отрасль, и поэтому думаем, что здесь реально будет делать хороший центр с нашим участием, с нашими инвестициями. Представители венгерской стороны отметили позицию Вадима Потомского относительно создания максимально благоприятных условий для тех, кто намерен инвестировать в экономику региона. Ваш губернатор при московской встрече, когда я был у него на прием, он уже выразил тогда, что они полные вспомогательные будут к этим проектам относиться. Рабочая встреча завершилась презентацией предприятий. Внешний оборот Орловской области с Венгрией достаточно небольшой. В 2014 году он превысил $1 млн. И есть все основания полагать, что объемы будут значительно увеличены, условили стороны. Товарную номенклатуру экспорта в Венгрию составили оборудование и механические устройства, холодильное и морозильное оборудование. В Орловской области из Венгрии ввозились изделия из резины, яйца птиц.